Здравствуйте. Дима. Движитесь отведа. Я из Красноярска. Я занимаюсь воркаутом, занимаюсь 2 года. Залез на турник после 10 класса. Цель научиться нормально подтягиваться, потому что на тот момент я подтягивался один раз, и это было смешно. Подтягивался, пока не добился своего результата. Раз нашел в интернете программу «Студний воркаут», программа мне показалась чем-то интересным, но не стал ее проходить. А спустя какое-то время предложил пройти эту программу своей девушке и в качестве поддержки проходил ее сам. И с того момента я понял, что воркаут — это не просто тренировки, а это образ жизни. Программа «Студний воркаут» поменяла мое мышление. Программа заложила знания, которые сейчас очень помогают тренироваться. И теперь у меня появилась еще одна цель — это стать примером для других людей, показать, что заниматься воркаутом — это просто. Теперь, когда я выхожу тренироваться на улицу, я выхожу тренироваться не только, чтобы достигнуть своих каких-то результатов, но и для того, чтобы показать людям, что можно заниматься при любых условиях. Не нужно покупать абонемент в зал, не нужно покупать какую-то специальную одежду, не нужно вообще платить за это. Нужно просто выйти на улицу и потренироваться. Все уже есть, площадки, место. Все есть для этого. Все.